Всем привет из Киева, столицы Украины. Сегодня 24 июня 2020 года. Сегодня в нашем зоопарке очень маленькие интересные пчелы, одиночные пчелы, называемые галикты, семейство галиктиды. Они относятся к пчелиным надсемейству Апоидея, семейство галиктиды. Очень интересные пчелы, но которые не строят такого гнезда огромного, как медоносные пчелы, потому что поведение у них совершенно другое, необычное. Пришлось их посадить в чашечку Петри. Если вам интересно, оставайтесь с нами, мы будем смотреть и рассказывать о поведении и строении этих пчел, их отличиях от других различных диких пчелиных, потому что это, конечно же, дикие пчелки, хотя медоносная пчела тоже дикая, фактически она не одомашнена, всегда стремится улететь. Но эти действительно дикие. И вообще-то они очень маленькие. Мы наблюдаем, что здесь в нашей чашечке Петри, в которой находится всего лишь половина чашечки, немножко цветочков, подложили кусочек ватки с водичкой и с медом для того, чтобы подкормить в нашем зоопарке. И находится 10 пчелок. 10 пчелок семейства галиктиды. Вероятно, это род галикта. Ну, экспертов я уточню с тем, чтобы примерное видовое название или родовое точно указать. Но то, что это галиктида, это точно. Мы видим, что пчелки очень хорошо набросились на ватку с медом. И это правильно, потому что она смочена медом. И тут время от времени можно посмотреть, как они вытягивают свой хоботок. И хоботок у них чрезвычайно очень длинный, в отличие от многих других диких пчелиных, у которых хоботок бывает и коротенький, но у галикт он необычайно длинный. Вот видим, сейчас с правой стороны вверху трогает хоботком. И это позволяет им добираться до очень глубоких чашелисей, чашечек различных цветов, с тем, чтобы собирать нектар. Какое же поведение, где же обитают такие пчелы? В Киеве обитают пчелы эти на земле, потому что пчел этих часто называют практически земляные пчелы, или иногда их называют даже потовые пчелы по-английски, потому что некоторые виды им нравится садиться на пот животных или даже человека. Вот сейчас пытается добраться, показывает свой хоботок длинный. Вот. Видите, как хоботком достает. Ватку уже всю высушили, выпили. И размер их обычно очень небольшой. Сравнительно небольшой. Мы видим, что брюшко такое полосатое. По сравнению с медоносной пчелой, где-то примерно в 4-6 раз меньше эти пчелки, вот эти крохотные галикты. И видовой состав их очень многообразен, как минимум от 300 до 500 видов обитают в Северной Америке, и где-то в районе Европы тоже должно обитать до 500 видов галикт, которые относятся к четырем подсемействам, которые различаются и морфологически, и даже поведением, и особенностями строения гнезда, и поведением в своем общественном или одиночном поведении. Потому что их поведение, по указанию специалистов, крайне разнообразное. Среди вот таких маленьких галикт, ну не этого точно вида, а других, которые отличаются вот такой своеобразной серенькой окраской, черные в большей степени. Иногда они могут иметь зеленоватую окраску, иногда рыжую окраску, иногда даже золотистую окраску. И некоторые виды даже мельче этого. И вот сейчас с правой стороны хорошо наблюдаем, как очень сильно вытянулся хоботок у этой галикты. Я их фотографировал и снимал на видео на цветах, где они очень быстро двигались. Но вот так вот на одном месте остановиться, для того, чтобы про них рассказать, было очень трудно. Поэтому будет отдельный рассказ с галиктами на цветах, а этот рассказ в нашем зоопарке. На ватке и на цветочках, которых я им предложил и подложил в нашем зоопарке. Так вот, поведение. Поведение у них самое различное. Есть виды в этом семействе галикты, которые имеют одиночное поведение, одиночные гнезда. Совершенно. А есть общественные гнезда, которые
делают рядом друг с другом. А кроме того, они могут быть полусоциальными пчелами, а могут быть эусоциальным поведением. И у некоторых видов действительно имеется матка и рабочие, но они не настолько сильно градуированы по своим расам, кастам, точнее говоря, внутри этого гнезда. Но есть действительно неплодовитые рабочие, есть самка, а есть самые разнообразные варианты взаимодействия королев-самок друг с другом. Как раз именно в этих вот гнездах общественных, когда они делают гнезда рядом друг с другом, или такое полусоциальное поведение. И гнезда они строят в земле, но некоторые виды строят гнезда в гнилой древесине. И обычно тело у них вот такое очень не твердое, а очень вытянутое и тоненькое, и металлически окрашенное, как я сказал. Собирают они нектар, конечно же, хоботком, как мы сейчас наблюдаем, и собирают пыльцу. Пыльцу собирают на свои задние ножки, которые мы посмотрим на отдельном видео. Но когда пчела двигается по цветку, она полностью вымазывается в пыльце, поэтому они очень хорошие. Не просто медоносы собирают они для себя, а именно хорошие опылители. Они опыляют большое количество цветов. На вот собраны они были на растении крестовник синецио, буквально во дворе на пустыре, где я их также и сфотографировал на видео. И пчела двигалась буквально кругами на одном только цветочке, поворачиваясь боком, скользя на этом цветке с тем, чтобы полностью вымазаться в этой пыльце. И соскоблить его на задние ножки, и передние, средние, задние ножки, и даже половину брюшка были все полностью вымазаны желтой яркой пыльцой. Здесь они уже, конечно, почистились в искусственных условиях. Вот сейчас видим хоботок, потому что почиститься – это первое дело у перепончатокрылых и у пчелок, потому что они должны летать, и груминг очень важен для насекомых, очистка от различных пылинок, очистка тела, крыла и своих осязательных усиков. Какое же развитие у пчел, как мы сказали, в земле или в древесине? В земле их часто можно спутать иногда с пчелами других семейств, таких как андрониды, но те обычно более крупные. А галикты очень маленькие, одни из самых мелких пчелиных. И у некоторых видов они делают специальную такую насыпь, горбик, холмик на земле, а там находится внутри колония. Поэтому часто делают такие гнезда самки рядом друг с другом, поэтому получается такое сообщество, каждое в котором будет жить отдельная семья или отдельная самка, в зависимости от вида. Уточним, конечно, отдельно, какое поведение у этого вида. Я точно не могу сказать, не нашел семью, потому что на пустыре надо еще поискать. Нужно найти такую тропинку, утоптанное место с утоптанной почвой, где обычно выбирают эти места такие интересные галикты. Я снимал отдельное видео, например, на Замковой горе в центре Киева, около Андреевского спуска. И там Замковая гора утоптана, будь здоров! И вот по отдельным местам Замковой горы, там где тропинки, где, конечно, не замечают туристы, живут галикты. И делают свои замечательные домики, делают свои насыпи в виде огромных таких холмиков. И часто из этого холмика выглядывает сторожевая пчелка. Если это вот как раз такое сообщество, полусоциальное гнездо, где имеется и самка, и есть рабочие особи. Итак, как же они развиваются? Перезимовывают чаще всего обычно в состоянии предкуколки. Это когда личинка потом становится предкуколкой, и она зимует под землей в своей ячейке. Вот сейчас мы наблюдаем самочку, вытянувшую огромный, сложенный, вот огромный и очень интересный, согнутый как будто в локте хоботок, а рядышком чистится пчелка. Вот это вот именно хоботок –
очень длинный и удивительным образом складывается буквально под головой. Раз, раз, сложенный под головой и выдвигается. Очень специфическое. У медоносной пчелы совершенно не так выглядит хоботок. Он гораздо короче. А здесь фактически такая маленькая пчела, а хоботок размером как минимум здесь будет 5 мм. Хотя она гораздо меньше медоносной пчелы. Итак, как развивается? Зимует в предкуколке в своей ячейке. Потом вылетают они, конечно, весной или в начале лета, когда много цветов. Большинство пчелиных диких появляется весной, потому что нужно срочно собрать пыльцу и нектар, потом цветы исчезнут, высохнет все. Самки летают, спариваются, потом они начинают рыть гнезда и запасать в этих гнездах провизию. Провизия – это нектар и пыльца. Каждая самочка, по-видимому, вот это вот, могут быть и рабочие особи, скорее всего, потому что уже середина июня. Так что если они имеют социальное поведение, то они уже были бы и рабочие, потому что некоторые экземпляры, кто покрупнее, кто помельче. А может быть, у этого вида полностью одиночный образ жизни. Тогда каждое гнездо организует только одна единственная самка-королева. Итак, самка вырывает гнездо и начинает делать ячейки в почве. Ячейки в почве. И в каждой из этих ячеек приносит на своих ножках провизию, именно пыльцу, и нектар. Смачивает нектар пыльцу. Потом она ячейку специально не облизывает, она специально воскоподобным секретом обрабатывает. С тем, чтобы ячейка становилась устойчивой к воде, не пропитывалась водой. Для этого она использует специальные железы, которые находятся как дюфуровые железы на брюшке у медоносной пчелы, которые обеспечивают вот такое специальное воскоподобное вещество. Ячейка становится плотная, не пропускающая влагу. Туда она откладывает яйцо, которое тут же вылупляется, становится личинкой и потребляет собранную провизию. Пока провизия кончится в каждой ячейке, ячеек может быть очень много. Они будут расположены в самых разнообразных вариантах. Различные виды делают самые разнообразные ячейки в земле. Это сначала делается прямой ход под землю, наклонный ход под землю. Ячейки располагаются по бокам этого прямого хода вниз, прямой такой шахты под землю. Целыми гроздями они находятся или такими группами, кластерами. Бывают разные варианты. Итак, в ячейке вылупляется личинка, которая потребляет пищу и потом обычно превращается в предкуколку. Предкуколка у большинства видов зимует и до следующей весны, где затем она становится куколкой и выводится взрослая имага. Поскольку это очень большая группа, видовой состав включает более 80 родов и более 4000 видов в мировой фауне. Так что разнообразие поведения просто поражает. Поэтому у некоторых видов отмечено такое же поведение. Такое поведение, когда вылупляются имага именно даже в том же самом году. Все зависит от места обитания, потому что они распространены как в нашей умеренной зоне, так и в тропиках. Очень широко распространенная группа. Интересно также, что разбито семейство систематически на 4 подсемейства. Рафетины, номиины, номиоидины и халиктины. Халикты как раз в семействе халиктины. И все они отличаются разнообразием постройки гнезд. Как раз это или вертикальные ячейки, или горизонтальные, или наклонные, или гроздями. И, конечно, биологи, описывающие поведение таких пчел, обязательно изучают строение гнезда, потому что часто и вид очень редок, не исследован, и его поведение, как он устраивает гнездо, где выводит свое потомство, тоже оказывается неизвестно. Даже сейчас, в 21 веке, оказывается, что многие виды вот таких маленьких пчел-галиктов не изучены, не изучены систематически,
и поведение. А особенно в тропиках, что ни говори, там виды даже не описаны. Много видов, неизвестных для науки, еще ожидает своих систематиков описание новых для науки видов. Кроме таких удивительных маленьких пчел, которые собирают нектары и пыльцу, в этом же семействе находятся еще паразиты, клептопаразиты, пчелы, которые уже не собирают мед, которые уже не строят своих гнезд. Они воруют собранное добро, собранное уже нектар и пыльцу другими пчелами. Клептопаразиты, например, вроде сфекодес, микросфекодес. Клептопаразит как раз именно такой воришка. Бывает два варианта. Бывает, что пока пчела вылетает за провизией, залезает клептопаразитическая пчела и убивает личинку, яйцо, и откладывает свое яйцо. Но чаще всего самка клептопаразита, такая же голенькая, непушистая пчела, залезает в норку или вход в древесине другого вида пчелы семейства Галактиды, откладывает там яйцо, и вылупившаяся личинка уже сама потихонечку пробирается в ячейку, жирает или яйцо хозяйки, или личинку убивает хозяйки, а потом спокойным образом потребляет уже собранную другим видом провизию. Уже сама себе, как кукушка, не заботясь о том, как собирать. Уже хозяйка собрала всю нужную провизию для развития такой клептопаразитической пчелы. Но это не вот эти пчелки, потому что эти пчелки старались, собирали пыльцу, нектар, видим, что нектар им очень нравится. Но извините нас, пчелки, что вы тут сидите взаперти. Мы вас показываем в нашем зоопарке, потому что вы удивительные опылители. И показать вас нужно крупным планом. Немножко таким же приближенным зумом я вас покажу на растениях крестовника синеца. В другом уже видео, может быть, здесь прикреплю маленький кусочек. Но это будет отдельное видео с названием «Пчелы Галликты на цветах». А здесь у нас зоопарк. Как я уже подчеркивал, что они являются очень хорошими опылителями, потому что мы уже убедились, что какой длинный у них яйцеклад. Не яйцеклад, а язычок. Яйцеклад у них скрытый. И хотя у них есть яйцеклад и есть жало, они немножко жалятся, я вам скажу. Они не безжальные у пчелы. Надо быть немножко терпеливым. Я их, когда хватаю руками, пальцами, они жалятся. Но они маленькие такие, поэтому жальце у них слабенькое. И шишки, и опухоли не возникает. Но, может быть, при аллергии у кого-то может и опухнуть руки. Лучше не экспериментировать, если у вас аллергия. А жалиться они умеют. И шильце у них такое есть, в виде жала на конце. У них хорошо развит хоботок, которым они собирают нектар. И они прекрасные опылители. Поэтому их лучше оберегать. Не перекапывать везде полностью землю на своем садовом участке, если где-то рядом есть просто тропинки и дорожки, на которых не растут сорняки. На тропинках у вас точно заведутся такие пчелы. Именно на тропинке. И не перекапывать тогда вот эти появившиеся ходики. Это не муравьи, это будут пчелы. Внимательнее посмотрите, и вы увидите, что эти пчелы, которые поселятся на тропинке или по краям вашей тропинки, или просто часто бывает на поле, каком-то не вспаханном поле, а просто, которое отдыхает, вы когда идете по тропинке, именно на тропинке организуют пчелы огромную колонию. И часто там будут такие крохотные пчелы, почти незаметные. Пчелы-лилипуты, вот эти вот галликты, которые сегодня мы показываем. Их нужно беречь и охранять. А эти пчелы отправятся у нас завтра с утреца, с тем, чтобы дорогу нашли обратно, назад на цветы. Мы их будем выпускать. А чтобы не погибли, даем медок, даем водичку. И вы уж, если поймали пчел, хотите на них посмотреть, обязательно дайте ватку с водичкой, чтобы они попили, жарко сейчас. И ватку обязательно с медом или с сладкой водичкой, чтобы покушали, потом восстановили запас, потому что здесь стресс, конечно же. Стресс под ярким лампой. Хотя я лампу держу в руках и подсвечиваю, чтобы лучше было видно.
Ну, зоопарк есть зоопарк. Но наш зоопарк – зоопарк на выпуск. В обычном зоопарке животные сидят, и их никто не выпускает, чтобы они на них любовались. Разные тропические, там, жирафы и бегемоты. Бегать бы им там в Африке. Они сидят в зоопарке. Но наш зоопарк на выпуск, поэтому они у нас сегодня зоопарк маленьких животных. Посмотрели, полюбовались, удивились, что такие пчелы миролюбивые и спокойные. Немножко жалятся, предупреждаю. Но очень забавные. А как они ведут себя на цветах? Смотрите в описании на моем отдельном видео. Очень интересно ведут, но это буквально секунды, поэтому пришлось их посадить в наш зоопарк с тем, чтобы вот немножко поболтать с вами. А вы не забывайте писать комментарии, ставить лайки и задавать свои вопросы. И писать мне, видели ли вы таких крошечных пчел на цветах? Иногда их хорошо заметить, например, на колокольчиках, потому что в колокольчик очень таким легким цветочком садятся обычно очень маленькие пчелы, чаще всего это галикты. Огромная пчела просто свалит цветок колокольчика тоненького и легенький, потому что он почти ничего не весит. А галикта проберется и будет опылять маленький цветочек колокольчика или различных других цветов. Но в том числе опыляет очень много различных фруктов и овощей на вашем огороде. Так что берегите пчел и делайте для них искусственные гнездовья для тех видов, которые селятся в деревяшках. Можно нарезать различные палочек из ежевики, из малины, из полых, из соломы даже, из бамбука, из камыша особенно больше всего любят. Но в камыше там будут крупные виды осмии, а вот очень тоненькие веточки, в них поселятся очень такие тоненькие, изящненькие маленькие пчелки. А вот эти замечательные галикты живут в почве. Или некоторые такие в гнилой древесине. Наблюдайте за пчелами, удивитесь и пишите ваши комментарии внизу. Спасибо за ваше внимание. С вами был Виктор Фурсов и удивительные пчелки галикты Чудо-Юдо. Завтра отправляются на выпуск. Покажем, как мы их будем выпускать. У них там зеленая лужайка с желтыми цветочками ждет их. Обязательно будем выпускать. Так что пока-пока. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе. И ставьте лайки, пишите комментарии. Жду ваших комментариев обязательно. Мне это очень интересно.